Я знал, что жена Лудзинчи немая. Не ожидал, что это правда. Ну что ж, давай ты. Ачи! Меня похитили какие-то уроды! Помоги мне, пожалуйста! Дзинчи, ты еще молод. Место председателя лучше попридержать еще немного. За все годы совет директоров не обновлялся. Не хватает новой крови. Пришло время для реформ. Хорошо, когда молодые, мотивированные. Но твой дедушка оставил 10% акций другой. Боюсь, ты не сможешь удержать председательство. Мама, это... Алло, Лудзинчи? У меня обе ваши женщины. Приходи один, не звони в полицию. Иначе я убью их обеих. Что происходит? Заседание совета директоров отменено. Посмотри на это милое личико. Интересно, каково это переспать с женщиной Лудзинчи? Не трогайте меня, отойдите! А я думаю, это немая приятнее. Неважно, что ты ей скажешь или сделаешь, она не будет кричать и сопротивляться. Ну что ты, что ты? Посмотри на ее лицо, сейчас заплачет. Неудивительно, что Лудзинчи женился на немой. Это действительно забавно. Прекратите.